пытаемся с образом найти решение данной проблемы. Ну и дай бог нам на следующий год, если все-таки выделят денежные средства в том же объеме, мы говорим сейчас про второй маршрут, это нижняя дорога наша, где опять же большой объем у нас это ИГЗ, МК, ГЭС в том числе используют данное полотно. Попытаемся договориться для того, чтобы провести совместный ремонт данного дорожного полотна, поскольку оно уже далеко не в удовлетворительном состоянии. Так. Комиссия, которая у нас была связана с, опять-таки, дорожными работами, мы говорили, что администрации города нужно выходить на диалог с предприятиями, вот то, о чем вы в отчете сказали, ну, мы же там определенные сроки, скоро весна, не за горами, нужно садиться за стол переговоров. Если что-то будет нам, как говорится, светит от этих предприятий, то мы уже должны это понимать сейчас. Январь заканчивается, и время не ждет. И потом у нас есть такие точки, когда мы трехлетний план обсуждали, то есть такой, как дорогой нам пешеходный переход Павлика Морозова, мы должны это прям сами там встать на улице, нарисовать, нет, встать и стоять, пока он там не появится, потому что мы обещали жителям, что он появится, этот пешеходный переход.